Так, всем здравствуйте. Сегодня печем вафельки. Вот это тесто для вафель. Это вафельница. Вот у нас там, видите, поджаривается. У кого есть такая вафельница советская? Это вафельница моей мамы. Напишите, может, вы что-нибудь еще в ней готовите. А то мы ее очень редко используем. Так, ну вот это блюдо здесь я заворачиваю. И пока вот то, что вышло. Вот такие вафельки. Рецепт самый простой. Знаете, открывайте YouTube. 5 яиц, стакан сахара, стакан, полтора стакана муки и 200 грамм масла и соль. Все. О, готово. Так. Достаем. Достаю, знаете, просто ножом. Сюда. О, видите? О, какой получился. Ну и теперь закладываем следующий. Вот завернуть, знаете, это нелегко. Ой, нет, не успеваю. Придется этот порезать. Знаете, они, их нужно прям заворачивать в горячем-горячем виде. Они такие горячие. Прям не все успеваешь. Как вытаскиваешь, нужно прям сразу крутить. А это нелегко. Они прям очень-очень горячие. Так, ну эти будут вот такие вафельки. Печенюшки. Трубочки не получится. Вот, пожалуйста. Давно не пользовалась вафельницей. Они получаются. Ну, но вкусные. Хоть в развернутом виде, хоть в завернутом. Вкусный, класс. Сейчас. Посмотрим, что здесь у нас следующая партия. Во, смотрите. Так что готовьте вот такие вкусные вафельки. Вкусные. Очень. Так, ждем. Что там у нас следующее? Цветочек. Видите, поджаривается. Что-то вначале мне казалось, что вафель будет так много, но вот, оказывается, много, по-моему, не получится. Очень простой рецепт. Самый простейший. Ну, очень вкусный. Ну, в общем, такие вафельки. Сейчас у меня будет... Мне нужно следующий заворачивать. Поэтому будем прощаться. Всем желаю приятного аппетита. Я еще покажу сейчас, все дожарю, что там получилось. Ну, а мы продолжаем запекать. Так. Вот, смотрите, видите, запекается. Вот столько уже готово. Вот. Процесс продолжается. Ну там у меня, видите, помощница. Мэгги. Вот она сидит там. Охраняет. Ждет свой кусочек. Так. О, готово. Так, ну вот. Готовы наши прелестные вафли. Вот такая стопочка получилась, видите, с этой порцией. Всем желаю приятного аппетита, приятного чаепития с хрустящими вафельками.